21 и 22 октября состоялся ежегодный пиар-уикенд для студентов первого курса направления рекламы и связи с общественностью и медиакоммуникацией Казанского университета. Всех пришедших студентов объединила сфера рекламы и пиар. В рамках двухдневного форума участники погрузились в профессию и познакомились с азами выбранного ими направления. Раньше я думал, что пиар – это как в социальных сетях, да, пропиарить свою страничку. Но сейчас, когда я пришел сюда, я начал узнавать что-то новое для себя, как бы расширил свои границы. Я сам работаю в рекламном агентстве и хочу развить какой-либо медиаресурс в будущем для себя. Я была связана с искусством. Я была в мире балета и как бы уже профессионал в этом деле. Я считаю, что пиар, вот эти связи с общественностью, очень связаны с искусством, так как пиар-специалист, он как актер для зрителя. А зрители – эти люди, на которых мы влияем, с которыми мы работаем. Участники побывали на мастер-классах ведущих казанских специалистов в области рекламы и пиар, многие из которых являются выпускниками Казанского университета. Приглашенные спикеры рассказали о том, каким должен быть специалист по связям с общественностью, чего стоит ждать от будущей профессии. Чтобы будущие специалисты, которые только пришли, которые еще пока не понимают, чем они будут заниматься, что это за специальность, что это за профессия, чтобы они могли как-то адаптироваться в этой среде, послушать специалистов, понять, что им интересно, чего они хотят, чем они хотят заниматься. Помимо мастер-классов, студентов удивляли тематическими викторинами и конкурсами. В конце первого дня для участников прошел Open Talk. Там студенты-первокурсники смогли задать каверзные вопросы выпускникам и магистрам направления рекламы и связи с общественностью Казанского университета. За беседой в атмосферной обстановке студенты узнали много интересных и полезных советов. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз.